Доброго времени суток, с вами снова Макс Селлер на канале Funny Mushroom School. И сейчас я хотел бы остановиться на обработке поверхности перед посадкой грибов, перед изготовлением блоков. Вот у нас тут такое рабочее пространство. И здесь мы будем сейчас, надо столы перед работой обработать. Вот. Для этого мы используем обыкновенное жидкое мыло. Вот, оно специально в такой емкости, с дозатором. Вот, все, что необходимо. Раньше широко применялись разные дезрастворы, но со временем пришло понимание того, что они не совсем хорошо влияют на кожу. Также регулярное вдыхание тоже не идет на пользу здоровью. И самое главное то, что абсолютно достаточно для того, чтобы обработать поверхности. Вот используем жидкое мыло. И так вот протираем. Просто протираем поверхности. И важно добавить, что на мыле не развиваются никакие бактерии. Это в принципе невозможно из-за того, что это мыло. Вот. Ничего на нем не развивается. Поэтому мы вот таким вот образом обработаем поверхности. И обязательно добавить, что после вот такой вот обработки мы вот так и мыло оставим. Я оставляю мыло вот так вот высыхать. Не нужно его там смывать водой особенно или еще какими-то приспособлениями. Просто наносим и оставляем вот так вот на поверхности. Эта поверхность будет абсолютно достаточно обработана для того, чтобы производить в дальнейшем посадку. Ну или при желании можно еще дополнительно взять там немного уже стерилизованной соломы, ну, и протереть вот это все сверху. Ну и так дальше по всем поверхностям. Мыло не приносит никакого вреда для организма. Поэтому вот таких вот мер будет абсолютно достаточно при подготовке посадки грибов.